Всем лайтового денёшка или вечерочка, с вами я, Лайтер, и приветствую вас на своем гайде на героя Ханза. Сильнейший ниндзя явился. Мы разберем навыки, сборки, эмблемы, поведение в катке, лучших союзников и главные контрпики этого героя. Что же, не буду больше медлить с вступлением, мы начинаем. Пассивный навык. Когда рядом с Ханзой погибает любая цель, будь то крипы на лайне, монстры в лесу, а также союзные или вражеские герои, то мы получаем энергию. От крипов мы ее получаем меньше, соответственно от героев больше. Первый навык. Чтобы воспользоваться этим навыком, мы должны набить 5 меток от базовых атак. Теперь у нас есть 6 секунд, чтобы им воспользоваться. С помощью него мы можем съедать любых крипов. Затем идет процесс переваривания. Его время зависит от количества здоровья у крипа. Но учтите то, что вы не сможете съесть черепаху или лорда. Вместо этого вы просто нанесете им высокий урон. Однако я рекомендую максить именно этот скилл. Второй навык. Именно он будет являться основным источником нашей энергии. Ханза создает область с шипами, которая замедляет и наносит урон. А также за каждый укол мы получаем энергию. И аналогично пассивному навыку, от героев мы будем получать в разы больше энергии. Если в зоне действия навыка не будет никаких целей, то он просто уколет два раза и исчезнет. Ну а теперь главная фишка этого героя – ультимейт. Ханза оставляет свое дело и высвобождает демона Ханикаги. Учтите, что во время действия ультимейта у нас снижается физическая защита, но мы можем проходить сквозь стены. Второй навык превращается в опустошителя. Во время действия этого навыка мы становимся неуязвимыми, также наносим огромный урон. У первого навыка мы теперь можем подбрасывать. Лично я использую его чаще всего как добивалку. У второго навыка в форме демона есть пара нюансов. Во-первых, этот урон считается базовыми атаками. А во-вторых, во время его каста не нажимайте никаких кнопок, а иначе он прекратится. Вернемся к ультимейту. Третий навык также претерпевает изменения. Нажав на дополнительную кнопку, мы телепортируемся к демону. А при нажатии на основной навык, наоборот, к своему телу. Сборка и боевые заклинания. Среди боевых заклинаний ответ очевиден. Только ледяное возмездие. Это наш подсейв и наша атака. Берем ботинки на КД, косу коррозии, трезубец, золотой посох и злобный рык. Финальным предметом может служить зеленка, если вам хватает выживаемости. Золотой посох, если выживаемости не хватает, а также среди соперников замечен, например, Харли. И ветер природы, если подобных соперников не обнаружено. Берем эмблему убийцы. Используем перк «Разрыв». Он поможет наносить нам чуть больше урона по бронированным целям. Благословление природы решит проблему с мобильностью Ханза. А с помощью навыка «Точно в цели» мы сможем наносить больше урона, замедляя врага. Вместе с Ханза отлично работает любой вид контроля. Поэтому лучшими союзниками для вас станут танки с большим количеством контроля. Например, Атлас или Минотавр. Они обеспечат прикрытие и позволят вливать огромный урон. Также вместе с Ханзой хорошо работают Тигрил и Ив. Последний пусть и не является танком, но обладает просто бешеным количеством контроля. Особенно благодаря ультимейту. И тем самым она тоже может оказать нехилую поддержку Ханза. Теперь перейдем к контрпикам этого героя. И то, что контрит Ханза в нулей, это глупые союзники. Которые не совсем понимают, что делать с этим героем и как дать ему вливать большой импакт. Если же говорить про персонажей, то разве что Гасса не делает нам слишком больно. А так всякие Фанни, Хелкарты и Хаябусы – наш главный ночной кошмар и главный контрпик. Что ж, теперь поговорим о самом главном – поведении в катках. Поначалу всегда старайтесь играть агрессивно. Навестите вражеский лес и попытайтесь забрать у вражеского лесника его бафы. Довольно часто вы уйдете безнаказанными. Ну а дальше вы можете спокойно забирать свой лес. Будьте готовы, что за такую наглость вас могут наказать и вторгнуться уже в ваш лес. Ханза очень зависим от бафов, поэтому старайтесь лутать их как можно чаще, и особенно синий баф, так как с ним вы сможете находиться в ульте в разы дольше. Никогда не берегите свой ультимейт, и используйте его при любой возможности. Никогда не бойтесь заходить под башни. Даже если демона убьют, то Ханза останется цел и невредим, но он получит сан и замедление. При этом старайтесь уковать в кустах или под башнями, это обеспечит вам хоть какую-то безопасность. Не забывайте смотреть на карту, ибо ваше тело остается уязвимым. Всегда отдавайте предпочтение башне. Под ними будете в максимальной безопасности. А еще никогда не забывайте про кровь. Находясь вне ультимейта, лучше не нападайте ни на какого из вражеских героев, даже если у него мало здоровья. Всегда безопаснее отступить под башню. Когда ваша команда пушит, не забывайте зонить вражеских героев. И не забывайте про безопасное расстояние от тимфайтов. И на этом моменте мой гайд подходит к концу. Надеюсь, он поможет вам в освоении этого героя.
Ну а с вами был Лайтер, всем удачи и всем пока!